Ну что ж, как обещал, начинаем наш тест. Поливаем грибочки святой водой. Ну, то есть спиртом протираем. Поверхность тоже подготовил. Сейчас будем клеиться и отрывать. И посмотрим, что и как получилось. Не на ту кнопку нажал. Один раз уже выдернул. И теперь сделаем еще один тест. Еще раз повторюсь. Бывает и на старуху проруха, как говорится. Не нажал на кнопку записи. Тест сделал, поэтому повторим еще раз. Так, да, запись идет. А то бывает, как в фильме «Бриллиантовая рука». Никулин там снимал. А потом оказалось, что на объективе защитный колпачок был одет. Так и у меня. И вот он, финишный грибочек. А Сергею Французову спасибо за предоставленный клей. Подвожу, делаю натяг и один раз на отрыв. Убираем все лишнее. Сейчас я сниму камеру и в ручном режиме постараюсь снять, чтобы было видно. Итак, поехали. Вот здесь я написал диаметр грибков в миллиметрах. Это вот один набор здесь. Здесь 26 миллиметров. Это тот, который такой интересный грибок блюдечком. Ну и зеленый. Итак, поехали. И даже самый маленький, который 6 миллиметров. Тоже выдергивает. Вот этот грибок, который блюдцем, тянет центр. Шишечка. Ну и этот 12-миллиметровый, как обычно. Я уже такими грибками работал. Все тянет хорошо, все прекрасно работает. Ну и теперь сейчас вторая часть. Поработаю этим керном стеклянным, позабиваю, посмотрим, что получится из этого. Как я понимаю, вот этот пробойничек довольно жесткий. Я его как бы для себя хочу сравнить вот с этим. Тоже жесткий пробойничек, работает как бы жестко. Я их попытаюсь сравнить, поскольку у меня вот два ряда шишек, я буду ими работать вот так через раз, и потом сделать можно будет вывод. Я для себя света прибавил, чтобы мне было удобно работать. Ну и потом покажу, расскажу. Немножечко покажу, как это все работает. Начинать буду вот с этого. Моя любимая палка-забивалка. Итак, поехали. Испробуем. Ну вот, этим мы поработали. И теперь у нас остается поработать вот этим.
я все это делать буду быстро, неаккуратно, дабы не удлинять видео. Ну вот, я особо не старался там что-то забивать красиво и так далее. Все забивается. Что хочу сказать? Ну, прекрасно работает, довольно жестко. Если вот нифига не получается снять. Если сильно бить, можно все перезабить, куда не надо. Все нормально, все работает. Валентин, как нельзя кстати, благодарю тебя за такую хорошую посылочку. Все работает, все прекрасно, все хорошо. Вот такой маленький тест. Еще раз повторюсь, радуйте своих друзей, коллег, близких посылочками. Посылочки не только приятно получать, но и приятно их отправлять. Вот получил посылочку, поработал, настроение просто улучшилось. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Решил я вот эту дверку немножко помучить. Есть у меня вот такой винтовой домкратик фирмы Otis. Еще когда я совсем был молодым, он ко мне по моему желанию попал. Как мы видим, уже произошла растяжка, и все это начинает выправляться. Вот я надавил только одним. Правда, вот тут он отклеивается, но тем не менее мы видим, что довольно эффективно все поднимается. Но факт тот, что эффективно работает, несмотря на то, что, опять же говорю, вот здесь вот не хочет держать, отклеивается. Но это как бы мелочи. Важен принцип. Чуть напряг. Если приложить линейку, что мы видим? Вот такой просвет. То есть плоскость наша развернулась.